Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня опять Бравл Старс. Я уже апнул нормально так кубков по чуть-чуть, по 200, по 300, по 500 кубков в день. И у меня появилась уже наконец-таки цель в Бравл Старс. Я ворвался наконец-то в местный топ. Уже 23 место. Я хочу за 5 дней попробовать ворваться в топ-10. В принципе, у меня все для этого есть. То есть это одна из целей. Вторая цель — это апнуть 18к кубков. Я играю не с тиммейтами. Я бегаю в рандомчике, поэтому кубки апаются намного сложнее. Плюс-минус, плюс-минус. Все равно я этого добиваюсь. Поэтому у меня таких две цели. В дальнейшем я планирую делать конкурсы для Бравл Старс на топ-лех. Ну, то есть здесь все намного интереснее, чем в битве замков. Здесь, если у тебя героя не хватает, его можно купить, вытащить. То есть вариантов очень много, поэтому это вторая цель. И третья цель у меня — апнуть за этот сезон всем героям по 600 кубков. На некоторых я уже по 700 с лишним наапал, а некоторые надо еще доапывать. Собака. Стырил. Вы видели, какой он козлина? Я тебе отомщу, пупсик. Я тебя вычислю когда-то, но это не точно. Вот. Поэтому вот таким образом буду пробовать через одиночные, буду пробовать через парные бегать. Конечно же, через захват кристаллов. Ну, как вы знаете, для каждой карты есть определенные персонажи, карты здесь меняются раз в сутки, поэтому варианты для героев разные. Одних героев уже качать, честно говоря, после 700-750 кубков в рандоме реально очень сложно, потому что попадаются реально такие, которые хер ложили, попадаются рандомно ребята, у которых просто 2-3 силы. Они даже, вот было у нас по 750 кубков катка, попались ребята, у которых по 2-3 силы, там по 50, по 60. Ты куда, Бул? Что, попробуем его газануть? Убежал, блин. Обидно. Эх, слил меня, отомстил мне. Ну что, у нас будет 0? Минус 1. В общем, таким вот образом вариант бегать, но я себе поставил 3 цели, поэтому не понял. Захват Royal Flash, я думаю, что за фигня. Поэтому вариант прятаться в кустах вот таким вот образом, ну, такими героями, вот, например, которыми я не особо сильно люблю играть, сложно. Вот, поэтому придется бегать, дротить. Ничего с этим не поделаешь. Что-то наш... Так, одного хотя бы минуснул, отлично. Хоть это радует. Да, печаль, 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 однако. Что тут сделаешь? Что тут можно сделать? Вот реально, что ты тут один сделаешь? Ни хрена, если твоих тиммейтов просто нафиг сливают. Сколько ты б не старался. Просто пипец. Вот смотрите, он стоит, блядь, ульту выпустил. Вот как нахрен так можно играть? Вот реально. Даже если ты сливаешься. Вот если ты сливаешься. Причем у моих, блин, десятки.
Задрали. Вот такие вот реально больше всего бесят. Когда ты сливаешься, да, они захватили там кристаллы, но всегда есть возможность их отбить. И ты, блин, сидишь и просто тупо на базе ни хрена не делаешь. Это печально, конечно. Потом понимаю, что лучше, конечно, бегать с тиммейтами, но с тиммейтами это задротство 20к ему таким образом, если найти нормальных тиммейтов, апнуть фактически за недельку. То есть, здравствуй, до свидания. Тут у меня самое любимое место для нычки. То есть все, конечно, зависит от тиммейтов, особенно в таких катках в рандомных 3 на 3. Бывают реально ребята классные попадаются, а бывает попадается просто пипец. Садим ему последнюю. Вот, поэтому, как видите, все зависит от ваших напарников. Вот против 10-го пока, хотя, кстати, странно, что он там не тащил с его-то скиллами, но можно и так тащить. Все зависит, конечно, от того. Вот это жестко будет. Против нас, конечно, тима хорошая. Вся надежда. Давайте, забегайте. Вот, одного минуснул. Но тут я ничего не сделаю. Против Тика, блин, таким вариантом, вот если бы у меня сейчас был, конечно же, смотрите, без варианта вообще. Сейчас ее жахнут. Тима, конечно, жесткая. Ну как жесткая? На каждую жопу вы знаете, что надо. Пик нам просто сейчас даже не даст к ним подойти. Ну вот практически. И у нас тут не 10-е левела, ну хоть затащил хоть разок. Ой, хорош, я красава. Ну добей ты его уже, блин. Вот от этого бомбит. Ну все, я тут один, ну что я тут могу сделать? Реально, блин, на последние секунды я так хорошо затащил и, как видите, один в поле, ребятушки, не воин. Опять мы минуснулись, но ничего не сделаешь. Ну, надо его апать. То у меня тут еще с таких есть. Ну, Брока надо апать. Попробуем, давайте, спайком. Спайком будет повеселее, поинтереснее. Спайк у меня боевой. Еще бы не подвисали, не лагали сервера, было бы вообще люкс. Так, понятно. Есть у нас Око-чпоко.
попробуем хреначить по всем. А, там тоже есть. О, супер, у меня хоть 10-й. Здравствуй, мой юный друг. Ух ты, кто тут у нас? Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Окей. Я тебя понял. Блин, не дали. Не дали юзануть скилл. Гады. Не вовремя они меня вытащили, конечно же. Обидно. Так, хорош. Хорош, одного жахнул. Иди сюда, детка. Так, с этим разобрались. Ну куда ж ты его тянешь на себя? Он же сейчас вас разберет, блин. Хорош. Ну то есть можно тащить. В общем, надо будет его... Мне спайк тоже, в принципе, нравится. Дотащить до 600, я попробовать даже 700 апнуть. Ну, все, конечно, зависит от карты. Есть карты, где он тащит, есть карты, где он просто... Просто мега... Мега дно. Вот как, например, сейчас. Я знал, что она стрельнет. Ну, вот посмотрите, вот... Вот таких вот точно надо. То, что у него там написано в нике, вот туда их и надо. Здравствуй, мой юный друг. Критан, блин. Это он, наверное, капитан. Скорее всего. Четкий ник. Тебе подарок, бро. Блять, ну куда ж ты на него бежишь-то, а? Вот бы хоть кто-то помог, ну. Сейчас тут где-то заряженный должен быть. Вот он, заряженный так и есть. Как я и говорил. Сейчас он будет где-то здесь бежать. Мы сделаем вот так. Небольшое замедление. Так, заныкались, отлично. Давай, иди сюда. Иди сюда, детка. Детка-конфетка. Блин, 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 рановато я кинул, конечно. Это пипец. Ну помогайте, блин, чё вы стоите? Ёпарасет, ну посмотрите на них. Вы просто тупо напрямую побежали, взяли, блин. Вот что тут можно сделать? Просто пипец. Вот, блин, бесит. Вот бесят такие. Стоят двое, блядь, два лупня и смотрят. Просто жесть. Вот что тут можно сделать, блин, уже? Реально вытащил, слил, блин. Просто подбежи, кинь нормально ее. Нет. Вот из-за таких аналов и сливаются ребята. Бомбилово. Просто уровень бог. Еще один. Вот бомбит, блин. Один против троих. Это мне нравится. Докинем, как думаете? Рискнем? Или не будем? Зря, конечно, я кидал. Да. Ну, красава. Вот мне нравится. Вот мне нравятся такие игроки, когда он юзает свой скилл, не добегает, и он его юзает. О! Здравствуй, детка. Сегодня...
Ну вот посмотрите на него. Ну какого фига ты туда бежишь? Я офигею просто. Я просто от этих скилловиков офигею. Давай, пусть тебя еще сейчас сольют для полного счастья. Ну, раз, два и убежал. Все, беги оттуда, ран, Вася, ран. Наконец-то. Наконец-то мы одуплились. Бомбит, реально бомбит от таких каток. Я думаю, многих из вас бомбит. Ну, я просто играю реально в рандомчике. Мне это нравится. Йимми и какой-то непонятный иероглиф. Посмотрим, что вы можете. Так, ребята, пускаю, запускаю вам. Отлично. Так. Где эти все друзья делись? А, они там гасают друг против друга. Я думаю, где эти все скилловики? Красавчики просто. Блин, не успел. Блять. Это просто пипец какой-то. Реально. Это просто реально пипец. Ну вот куда ты на нее бежишь? Вот ты ж понимаешь, что ты сольешься. Какого фига ты бежишь с кристаллом на него? Вот реально от этого бомбит. И он все равно бежит. Тот там бегает. Тут бегает сам по себе. Вот это мне нравится. Тима отборная просто. Вот что я тут один могу сделать, блин? Просто пипец какой-то. Бомбящие. Блять, ну как чуть-чуть так не успел, ну? Пиздец. Просто бешенство. Да ну вас нафиг, ребята. Это будет самым моим бомбящим видосом. Потому что, ну, таких моментов реально очень много. И такие моменты должны быть. Супер. Мега супер. Мега супер. Бля, сейчас я вас всех накажу одним скиллом. Но это не точно. Вай, красава! Да-да, давай, бро. Давай, бро, еще слейся. Ну
Ну блин, ну что ты стоишь там, ну? А, бомбит, блядь. Замедлил всех троих. Просто подойди, блин, ударь и все. И больше от тебя ничего не надо. Нет. Собери кристаллы, пожалуйста. Дотяни ты их. Они сейчас сольются вдвоем. Вангую, что они сейчас вдвоем сольются просто. Вот так вот батька тащит, блядь. Так батька играет. Вот так вот, ребятушки, надо тащить катки. В самый такой моментик просто жахнули по красоте. Вот реально жахнули по красоте. Давайте еще одну каточку бомбящую. Неждан, неждан, неждан. А чё я один, блин? Чё за хрень? Чё вечно какие-то равлики в команде сидят в жопе какой-то? Кого ты? Какого фига ты тут стоишь? Тут кристаллы разбивают, забирают. А ты, блин, стоишь тут и песни какие-то рассказываешь. Красава, слейся. Вот посмотрите, вот как можно, блядь, с такими играть. Вот что я могу, блядь, тут сделать? Вот скажите мне, вот что я тут могу сделать один? Вот опять Равлик, сука, стал. Задрали, блядь, стоит полчаса, думает. Чё ты стоишь, думаешь? Вот этого, ребятушки, вот это топовые катки. Это вам не Castle Clash, это сидишь и бомбишь. Просто жесть. Просто полная жесть. Хороший видос, но он должен, он имеет право на жизнь. Так, тут у нас однозначно слив, тут у нас красавчики минус один. Так, теперь мы сейчас минуснем вот этого друга. Так, этого я минуснул. Про, иди сюда ко мне. Так, не, ну не все ж вместе. Хорош. Красава. А кто собирать будет? Вот красавчики просто. А я не слился. Я красава. А нафига ты его тащишь без кристалла? Вот объясни мне. Нафига тащить? О, вот это ты по красоте сделал. Да, блядь. Вот скажите, вот какого хрена? Во-первых, подвисает, во-вторых, такие медленные, блин, замедлил, сделал все, что надо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, красава. Ну я тут нифига не могу сделать уже. Жесткая катка, реально. Реально обидная жесткая катка. Ну, у меня тут десяток ни у кого нету, понятно. У них нету скиллов нормально. Ну, блин!
бомбящая, вот реально бомбящий видосик, последняя катка. Блять, тик против. Это просто разрыв мозга. С тиком реально будет сложно такой тимой бегать. Пойду я, наверное, все-таки тика буду ловить. Собирай. Подарок тебе. Разменяемся. Убегаем. Так, я сказал, вы я сказал, вы убегаете. Ну, это был. Давай, давай, давай! Я тебя жду, детка. Просто жесть. Ну теперь точно, ребятушки, последняя катка на сегодня. Я хочу все-таки жахнуть их. Бенито. Бенито. Сейчас мы твою Бениту. Ой, а кто это там у нас там спрятался? Кто это там такой? Кто-то к нам бежит. Тут какие-то ребятушки к нам бегут. Смотрите, смотрите на эту красотку. Просто, просто красота. Как Шелли улетает в космос, ребятушки. Вообще просто песня. Точно так же, как и я. Я, в принципе, знал, что он сейчас, эта падла, выбежит. Но я ему сейчас отомщу. Шесть просто. Просто пипец. Пипец. Чё, пойдем ловить? Ха-ха-ха. Я же говорил, я вас натяну. Е-бэйби! Вот так вот катаются, ребятушки-каточки. Никогда не сдавайтесь. Никогда не сдавайтесь, идите до последнего. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.